Сотрудники МВД задержали мужчину, который сбежал из отдела полиции в Новочебоксарске. Напомню, 13 октября его доставили в участок как подозреваемого в мошенничестве. 33-летний житель Самарской области умудрился оттуда сбежать. Около 2 недель понадобилось правоохранителям, чтобы найти злоумышленника. Подробности операции нам расскажет Алена Николаева, ведущая рубрики «Вести. Дежурная часть». Она уже появилась в нашей студии. Алена, здравствуй. Расскажи, насколько сложными были поиски беглеца. Здравствуй, Екатерина. Да, действительно, было непросто. Наши сотрудники находились в Самарской области более 10 дней. Подозреваемый скрывался, так как знал, что его разыскивают. Но, тем не менее, местонахождение его было установлено, и мужчину задержали. Тем более, что его поимка для чувашских полицейских была делом чести. В настоящее время задержанный заключен под стражу. По факту побега МВД по Чувашии проводит проверку. Руководители и следователи городского отдела полиции временно отстранены от занимаемых должностей.